Вітаю в ефірі, студія репортер. Я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про актуальні події. Актуальні події це підготовка до місцевих виборів. Нещодавно відбулася обласна конференція, позиційна платформа за життя. Говоримо про її ітоги і не тільки про це. З депутатом одеської облради Віктором Баранським. Пане Віктор, вітаю вас. Здравствуйте. Говоримо і про події в державі, але все ж таки поки що, тема гаряча. Початок тижня партійна конференція. Цікаві новини. А главное, что мы можем по подсумкам этой конференции? Ну, в первую очередь стоит отметить, что, наверное, для всех участников этой конференции это большая честь быть членами партии «Оппозиционная платформа за жизнь», быть делегатами на конференцию э, от партии, которая единственная никогда не предавала интересы своих избирателей. На прошлых выборах, к сожалению, люди действительно вот э, поверили в красивую такую обертку, поверили э, в так называемых слуг народа поверили в то, что вот э, можно как-то вот ничего не понимая в политике, ничего не понимая в экономике, э, приведя во власть людей, к, э, имеющих абсолютно нулевые организационные способности, э, нулевой опыт, что можно поменять страну к лучшему. К сожалению, мы все, мы как народ Украины, я как э, тоже часть народа Украины, мы ошиблись, я тоже ошибся, потому что я тоже верил, я тоже надеялся и на президента в том числе, который тоже нас очень сильно разочаровал. И э, все-таки я думаю, что подавляющее большинство людей, жителей как Юго-Востока, так и всей страны уже, потому что все больше поддержки наша партия обретает и на западных областях в том числе, все больше людей понимают, что альтернативы оппозиционной платформе за жизнь нету, если мы хотим мира на Донбассе, если мы хотим мира в нашей стране. Если мы хотим достойных социальных стандартов, если мы хотим развития экономики, если мы хотим защиту своих прав говорить и обучать детей на том языке, на котором мы хотим, если мы хотим мира с нашими всеми соседями, то единственный вариант – это партия «Оппозиционная платформа за жизнь». Это потому, что это партия профессионалов, специалистов, людей с опытом, как политическим, так и экономическим. Поэтому возвращаясь к нашей конференции, о которой вы меня спросили, для меня действительно быть, является большой честью быть членом этой команды. И э, на этой конференции, естественно, было принято решение о, об участии в местных выборах, в областной совет, в городской совет, в, во все громады, во все райсоветы. Мы идем единым фронтом, идем для того, чтобы побеждать, для того, чтобы защищать интересы наших избирателей. И я э, э, в ближайшем будущем буду являться э, кандидатом в депутаты городского совета. <кхем> мы... С э, 7D на... партия Цикаво вместе и область? Да, 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 значит, э, что касается города. Значит, в город мы идем с, во-первых, э, прекратить политику набирания кредитов. Потому что я считаю, что наш город достаточно э, зарабатывает, если перестать грабить. Если перестать вытаскивать все эти деньги, которые платят наши налогоплательщики, жители города Одессы и предприятия, зарегистрированные в городе, если перестать грабить э, город, то денег хватит и на помощь УСМД, и на помощь э, малообеспеченным слоям населения, и на повышение социальных стандартов э, в школах, детских садах, обеспечение всем, всем необходимым, прекращение этих поборов э, с родителей бесконечных. Денег хватит на все. Вот. И не надо будет брать никакие кредиты. Мы идем для того, чтобы прекратить разворовывание, разбазаривание городского бюджета, для того, чтобы прекратить залезание в кредиты, для того, чтобы использовать коммунальную собственность по назначению, а не продавать ее за гроши по всяким там обходным схемам, которые все прекрасно понимают. Точно так же значит, хочу сказать, что мы не хотим мириться с политикой городской власти, политикой заигрывания с националистами. Ведь сегодня городская власть э, заигралась в националистическую повестку дня. Националисты все находятся в тесном взаимодействии, э, при том, что вроде как городская власть декларирует, что они э, э, какие-то инициативы проводят, в частности, по возвращению э, маршала, названию улицы Маршала Жукова, э, своему историческому названию. Это действительно очень хорошая инициатива, я сам с ней выступал. И хочу вам сказать, что э, на протяжении нескольких лет наша команда как раз этим и занималась, чтобы восстановить не только улицы Маршал Жукова, а еще и 25-й Чапаевской дивизии, восстановить их исторические названия. Но э, городская власть всячески блокировала это, а вот сейчас, под выборы, решила вспомнить о том, что они же, оказывается, защищают, э, защищают исторические названия улиц. Ребята, я хочу спросить: а где же вы были все эти четыре года? Где же вы были-то? Чего же вы вспомнили, чего же вы не помогали нам, когда у нас была эта инициатива? Чего же вы прятались от э, спецслужб, когда они вам угрожали? Чего же вы с нами э, плечом к плечу не шли, чтобы защищать исторические названия, чтобы защищать исторические ценности нашего города? Чего вы заигрывали все это время с националистами, плясали с ними во всякие танцы и всячески потакали тому беспределу, э, который они творили в нашем городе? А под выборы они вдруг вспомнили, понимаете? это не годится не надо обманывать людей послушайте не надо обманывать людей все прекрасно все понимают и все видят и мы никогда своего избирателя не предавали мы всегда четко системно и последовательно отстаивали их интересы как экономические так и культурные исторические и, и духовные кстати к слову говоря. Тому тут э, альтернативи нашої політичної сили нету. Хаотична забудова міста, центр істричного, істричного центру це ж, теж велике питання. Ми бачимо, що будуються багатоповерхівки, центр руйнується. Чи є пропозиція у позиційній платформі за життя, як зберегти Одесу, Одесу для нащадків, не тільки для туристів, а для Одеситів. Звісно, пропозиція є. Всі новострої повинні бути винесені за э, преділи. За пределы исторической части города, за пределы э, рекреационных зон, такие как трасса здоровья. Ведь у нас сегодня творится, творится полный строительный беспредел. Несмотря на то, что городская власть рассказывает, что они, дескать, не контролируют газ, они там что-то там не контролируют. Так ребята, так если вы не контролируете газ, если вы не контролируете, что происходит в вашем городе, как вы сами говорите, так кто же за хозяин в городе? У меня тогда вопрос. Значит, вы тогда не хозяева в нашем городе? Так, извините, тогда нужно избрать такую власть городскую, которая будет действительно нести ответственность за то, что происходит. А им, они занимают такую удобную позицию, понимаете? Они решают свои вопросы э с застройщиками, да, какие-то там подстольные договоренности, там чемоданы какие-то с чем-то ездят, понимаете? Э в итоге город застраивается. А они потом рассказывают, что они не имеют никакого влияния. Имеют, имеют, это абсолютно подтвержденный факт, и получают с этого свою долю. Вот этот беспредел нужно прекратить. Мы для этого идем. Нужно вместо того, чтобы застраивать центр, вместо того, чтобы застраивать рекреационные зоны, необходимо потратить, тратить деньги на то, чтобы восстановить исторический облик нашего города, восстановить фасады, восстанавливать зеленые зоны, которых у нас катастрофически не хватает. Нужно направлять деньги на улучшение коммуникации, потому что дома ведь строятся, а коммуникации не рассчитаны города на это. Коммуникации скоро не, просто не выдержат. Подъезды к домам. Сегодня у нас на Гагаринском плато, там и в других районах города, что там говорить? Огромнейшие пробки организуются. Люди не могут, люди по 20 минут тратят на то, чтобы проехать там два квартала, чтобы заехать к себе домой. Парковать машины негде. Никто об этом не думает. Потому что, конечно, пришел застройщик, говорит, я хочу поставить свечку 30 этажей. Рассчитался там с какими-то там коррупционерами э, в, в горсовете. И лупит 30 этажей. А что там будет? Потом хоть трава не расти. Там коммуникации есть, нет, его не волнует. Где ставить машины, его не волнует, его ничего не волнует. И городскую власть тоже это не волнует. Им главное, чтобы карман э, погрели и ручку позолотили. А инфраструктура, понимаете? дитячие школы. Никто под... об этом не думает. Это, это, большущая проблема. Вы абсолютно правы. И, и э, вместо того, чтобы застраивать хаотичный город, нужно действительно уделить внимание выделить дополнительное финансирование на школы на детские сады нужно обеспечить учеников всем, учеников всем необходимым потому что э, поборы в школах не прекратились как собирали деньги с родителей, так и продолжают собирать. Да, что у нас, э, извиняюсь, денег столько в городском бюджете, что хватит вообще на все, понимаете? Так вместо этого они все разворовываются, родители заставляют платить за, э, за своих детей. Э, и еще и кредиты набираем. Слушайте, ну сколько, ну сколько же можно жрать? Уже уже, уже в, три, в три морды уже жрут. Ну это же беспредел какой-то. А? Ну надо же завязывать это уже. Ми говоримо не тільки про фінансове становище міста, яке більш-менш нормальне, говоримо про ситуацію в країні. Вибори відбуваються на фоні такої ситуації, коли Україна знов чекає на кредити від міжнародного валютного фонду від західних партнерів, але ми бачимо середню <кій> зарплату по країні, бачимо пенсії по країні. Ну не все так добре. Знов щось нас економічні та фінансові міністерства. Профессионалов не выставляй, пана Виктора. <клес> я вам скажу, чего не хватает. <клес> не хватает честных, порядочных и, как вы правильно сказали, профессиональных людей. Потому что сегодня что происходит? Ведь в этой стране происходит все то же самое, примерно что и в городе, даже хуже, я бы сказал. И, кстати, не, не может и неспроста городская власть нашла отличное взаимопонимание с э, действующей зеленой властью, со слугами, так называемыми в кавычках слугами народа, потому что они не слуги украинского народа, они слуги народа там американского, европейского, какого угодно народа, но уж точно не украинского, потому что то, что они творят, загоняют страну в кредиты, отдают а ее по, полностью по вне, под внешнее управление, это ни в какие рамки не вписывается. Вы знаете, что сегодня? У нас порядка 50% государственного бюджета Украины идет даже не на выплату тела кредита, который, кредитов, которые мы понабирали, а на обслуживание. То есть на проценты по кредитам, которые набрала зеленая власть, и до этого Порошенко, сейчас зеленая власть продолжает политику Порошенко. Набирание кредитов, имеется в виду. У нас 50% бюджета идет на обслуживание кредитов. Значит, при всем при этом э -э Зеленский. И его команда, я считаю, что они поступили намного хуже, чем Порошенко. Объясню почему. Потому что за Порошенко голосовала в основном Западная Украина, а за Зеленского Юго-Восток. И за слугу народа голосовал Юго-Восток страны. И сегодня что мы имеем? Получается, что слуги народа продолжают полностью политику Петра Алексеевича Порошенко. Тем самым полностью предавая интересы юго-восточных избирателей, которые в подавляющем большинстве дали за них свои голоса. Посмотрите ведь. Международные кредиторы имеют все больше власти. Они уже полностью контролируют нашу страну. Сейчас хотят забрать под себя судебную систему. У них контролируют э, антикоррупцион, антикоррупционные органы. Они контролируют практически все. Зеленский и слуги народа у них просто на побегушках. Это уже очевидный факт для всех. То же самое с националистами. Националисты полностью продолжают диктовать повестку дня. Анти-законы, которые ущемляют права русскоязычных и не только вообще граждан, говорящих на всех других, кроме украинского языка, все эти законы, которые были приняты при Порошенко, они не отменены, они продолжают действовать. Порошенко и его окружение не сидит, никто не сидит. Посмотрите, что он нам обещал, что все будут сидеть, никто не сидит, посмотрите, никто, они не хотят никого сажать, потому что слуги народа и Порошенко это одно и то же. Они это как две руки, они слуги никогда не посадят Порошенко, они предали нас, они будут Порошенко только помогать и всячески ему способствовать. Посмотрите, кто слуги народа в партии, посмотрите, кто на местных выборах в списках слуги народа, все БППшники, все э, люди от Петра Порошенко, это одно и то же, поймите, это одно и то же, слуга народа и БПП, это одна и та же партия. На сегодняшний день, к сожалению, они нас предали и нас обманули. Войну на Донбассе они заканчивать не собираются. Это все вранье и провокация, то, что он рассказывает. Боевые действия не прекращены, обстрелы продолжаются, режим тишины не соблюдается. Он не заинтересован прекращать боевые действия. Потому что его хозяева, зарубежные, хозяева Зеленского, дали ему команду войну на Донбассе не прекращать. Поэтому, она, поэтому пока он эту ситуацию контролирует, она не закончится страну нужно вытягивать из финансовой ямы и из Конечно потребно, а, для, а для того, чтобы вытягивать, нужно, э, я считаю, что вслед за местными выборами нужно добиваться законными способами досрочных э, парламентских выборов, досрочных президентских, всеми законными путями необходимо добиваться. Нужно перезагружать власть, потому что то, что мы, э, то, что произошло в прошлом году во время парламентских и президентских выборов. Это грандиозная, к сожалению, наша ошибка, но ну, ошибка всех жителей Украины, ошибка всех избирателей. Мы это, я, я тоже как такой же избиратель, как и вы, я это прекрасно понимаю и понимаю, что нужно срочно это менять, потому что, э, ну, мы уже не то что в проб, мы уже просто уже падаем в пропасть. То есть тут нужно уже экстренные меры принимать, их могут принять. Во-первых, люди, которые не зависят от от каких-то там хозяев, которые находятся за пределами страны, которые не, которые заинтересованы исключительно. Благополучие нашей страны, благополучие нашего народа, а не какого-то там чужого. И я считаю, что э, я горжусь быть членом команды «Оппозиционная платформа за жизнь, потому что наши лидеры, <coughs> наши лидеры знают, как, во-первых, прекратить войну на Донбассе, как вытащить страну из этой долговой ямы и как начать э, работать над восстановлением экономики. Зеленский и слуга народа, не заинтересованы в том, чтобы экономика восстанавливалась. Ну, экономики есть еще важное питание, это питание, ну, нормальної реформы, реформи, потому что не может не поцікавитись. Мы за встречаемся 2020-й за, цікавий важкий рік. Це рік, на жаль, под знаком пандемии, не завжди успешно, а ни региона, ни страна ведут борьбу с пандемией. Чьи фахівці в ваших рядах, пане Викторы, которые знают, что делать, но хотя бы минимизировать последствия эпидемии коронавируса? В наших рядах, конечно же, есть и медицинские работники, которые знают, как э, стоят на передовой сегодня в борьбе с коронавирусом. А, что касается реформы Ульяны Супрун, которую начал Порошенко, а ведь это еще один вопрос к слугам народа. Почему, когда люди голосовали за слугу народа, их один из главных запросов был, я, я же ходил тоже э, по дворам, я же был кандидатом в народные депутаты 133 округа, от Киевского района нашего. И мне люди задавали вопрос, скажите, я, они, они просили, уберите Супрун, уберите этот доктор Смерть". И я обещал, что если, ПЗЖ, э, если бы мы тогда победили бы на президентских выборах, на парламентских выборах, э, мы бы ее убрали. А в итоге что получилось? Слуги народа продолжают воплощать в жизнь. Никто эти реформы э, не отменяет и продолжают воплощать в жизнь все реформы госпожи Супрун. Все эти э, законы, которые ущемляют права русскоязычного населения, все продолжают воплощаться. Ничего не меняется, они продолжают политику Порошенко, в том числе и в сфере медицины. У нас есть специалисты, знающие, как быстро и эффективно восстановить медицинскую отрасль. Но до тех пор, пока. Э, Пока власть слуг народа э, у нас в стране э, как, безраздельно властвует, имеет монобольшинство, они этого не дадут. Потому что они заинтересованы в том, чтобы население Украины сокращалось, они заинтересованы в том, чтобы меньше платить пенсии. И именно поэтому это их, это их курс, в принципе, да я думаю, что супруга на ТВ не скрывает, что ее курс это сократить население страны, сократить пенсионеров, потому что пенсионеры для них, они же таки говорят, они очень цинично говорят. Для них пенсионеры это расходная часть, вместо, потому что они бы могли эти деньги выплатить кредиторам, понимаете, международным в форме процентов по кредитам, а они их вынуждены на пенсии тратить. Вот такая вот незадача, понимаете, услуг народа. Вот столько пенсионеров нужно их содержать. Вот такие вот э, бесцеремонные, циничные эти слуги. Такі ж, як і Петр е, Порошенко і, і його партія БПП. А почув слово курс і не може не поцікавитись. Також важливі новини. Останні два тижні бачимо цікава ситуація з курсом гривні, яка, начебто, стабілізувалася. Ми вже бачимо, що курс перевалив за 28. Пане Віктору, чого чекати? Чи... Курс летить в трари. Я вам скажу чому. Курс буде 35, а може, даже і більше. Він вилітить в та Причина тому очень-очень проста. Еті бездари, слуги. не могут управлять нормально страной. Их карантинные меры сегодня угробили экономику. Поэтому мы сегодня имеем катастрофический дефицит бюджета. Денег в бюджете нет. Кредиторы больше давать денег Украине не собираются. Поэтому остается единственный механизм, это включать печатный станок и заливать все гривны. Печатный станок это девальвация и обесценивание гривны. При этом пенсии они поднимать не собираются на какие-то ощутимые деньги. То есть у них дыра в бюджете, они ее будут печатным станком закрывать. За счет всех за счет всех граждан Украины. А вы посмотрите на этот бюджет, к слову. Ведь, ведь обратите внимание, они расходы на медицину сокращают, расходы на пенсии сокращают, расходы на, социальные, на все социальные инициативы все сокращаются. А на администрацию президента растут. На правоохранительные органы растут, на прокуратуру растут, на все на, на все правоохранительные органы э, расходы растут, а на социальные, на образовательные, на медицинские, э, да на все, на, на все, что не входит в сферу э, правоохранительную либо Верховной Рады, либо администрации президента, на все остальное расходы сокращаются. О чем это говорит? А это что? Народная народная власть? Это власть, э, которая сегодня уже даже боится, можно сказать, э, уже начинает бояться собственного народа и поэтому забадривает прокуратуру, СБУ, милицию, всех, всех, всех задабривают, чтобы, если что, если вдруг люди там э, будут недовольны выходить на акции, чтобы они их защищали. Вот и все. Это же в бюджете все написано. И при этом еще увеличивают содержание администрации президента, чтобы пару новых мерседесов купить э, руководителям администрации президента пару новых мерседесов. И Верховную Раду еще пару новых мерседесов, э, депутатам услуги народа. Вот это их бюджет, Посмотрите. Пане Вікторе, пропоную звернутися до наших глядачів, які можливо ще не визначилися, і у вас є що сказати. Тільки так, щоб було зрозуміло, доступно за місяць Все ж таки, вибори. Ну, можливо, люди, люди ще не зрозуміли, де ставити галочку. Да, ну, смотрите, значит, я хочу сказати, що у нас, звісно лідером політичної гонки є опозиційна платформа за життя. потом еще там две других партии, там, включая, включая «Слугу народа». Значит, я хочу сказать всем сомневающимся. Две других партии, обе партии лидеров, это и местная партия, которая сегодня представляет городскую власть, это и «Слуга народа», которая представляет центральную власть, они обе проданы с потрохами националистам. Они обе не защищают интересы жителей нашего города и нашей области. Они обе обслуживают интересы своих э, хозяев, Олигархата и кого угодно, но только непростых жителей. Им плевать на защиту нашего языка, им плевать на защиту наших ценностей. С коррупцией бороться они не собираются. Они будут и дальше разбазаривать и разорвывать нашу страну. Слуга народа будет разорвать, а наша местная партия, которая городская, будет разорвывать наш город. Единственная альтернатива это оппозиционная платформа за жизнь. Это партия, которая всегда последовательно отстаивала идеологические интересы юго-восточных областей и в частности нашего города и нашей области. Это партия честных людей, это партия людей, которые несут ответственность за все то, что они делают. И э, мало того, что защитят интересы идеологические и культурные нашего города, так еще и мы, поборем, э, мы положим конец вот этой коррупционной гидре, которая сегодня властвует над нашим городом. Дякую, пане Вікторе. Жорстка, емоційна, але теж має право на існування така точка зору. Дякую, успіхів вам, вашим дорогам залишається на телеканалі. Репортер з вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.